С вами капитан Дмитрий на канале Яхта Диана. Давно собирался сделать обзор яхты, но уместить все в одном ролике просто невозможно. Слишком много разных аспектов и яхтинга, и в том числе как бы и яхты. Но сейчас я вам представляю вниманию обзор, который сделал мой друг Сергей во время его последнего отдыха на яхте. Если будут какие-то вопросы, пишите. Буду дорабатывать, буду делать новые ролики, что непонятно, что бы хотелось узнать вам. А сейчас, пожалуйста, небольшой обзор моей яхты, яхты Диана Elan 434 Impression, 44 фута длиной. Друзья, вот наконец настало время сделать небольшой обзор по яхте, по внутренней части. Давно это обещал, порядок навели, все в порядке, можно показывать. И начну, наверное, с салона. Глянем обустройство этой лодки, и вы поймете, о чем я говорил вам ранее. Вот обратите внимание, здесь два больших дивана и большой стол. Дальше у нас идет штурманский столик. Это столик капитана, где находится вся часть по управлению электричеством, навигация, ну и прочие приборы, которые нужны для жизнеобеспечения парусной лодки. Там чуть дальше у нас идет камбуз, ну и вот такой обширный салон. То есть, если уже посмотреть с обратной стороны, то есть у нас вот камбуз. То есть, полноценный холодильник, духовка, микроволновая печь, газовая плита, мойка, прочие шкафы для отдельных вещей. То есть, все это аккуратно сделано так, чтобы во время качки, ну и посмотрите скошенные углы, чтобы не получить какую-либо травму. Просто все закруглено. Это классическая яхта. Вот, обратите внимание, это все у нас место салона. То есть, здесь 6 человек спокойно размещается, раскладывается стол. В этой части еще вторая половина. По правому борту у нас первый санузел, раковина, унитаз, душевая кабина. Небольшое все, но в принципе справляется со своим предназначением на ура. По корме расположены слева и справа две кормовые каюты. Эти каюты, они спокойно помещают по два члена экипажа, по два человека. Спокойно, комфортно можно размещиться. Прямо у нас носовая каюта, это мастер-каюта. Я ее себе занял. Вот такая каюта с такой треугольной кроватью, где тоже вполне себе комфортно размещаются два человека. Иллюминаторы, люк и такие же шкафчики для верхних вещей, гардероб, пуфик. Ну, то есть спокойно здесь можно разместиться. По левому борту здесь еще у нас одна каюта. Здесь двухъярусные кровати. Не буду открывать, не буду показывать. Там у меня сейчас гардероб, и мы туда сложили все ненужные вещи. Ну и второй санузел. Это просто санузел без душа. Тоже вполне себе функциональный. Итак, это то, что касалось у нас внутреннего убранства, внутреннего пространства яхты. То есть, еще раз хочу повторить, все есть для полноценного проживания. Это как хороший стандартный номер. Ну и не в каждом номере есть кухонная зона с холодильником, с духовкой, микроволновкой, чайником. Все, все атрибуты обычной повседневной жизни здесь есть. Поднимаемся, выходим в кокпит, так называемый балкон. Это просто место, где проходит 90% времени на яхте. То есть отсюда никто не уходит. Здесь опять же можно пообедать, поужинать, позавтракать. Здесь же можно и оставаться на ночь. То есть два дивана, положили подушечки, укрылись пледиком. Просто кайф. Вот так люди стоят на якорной стоянке. Мы тоже пришли на якорную стоянку. Дмитрий пошел заниматься своим любимым делом на сабе. Покатиться, прокатиться. И вот такие виды. То есть вот такая у нас яхта. Вот так это все выглядит сверху. То есть можно и здесь везде располагаться для того, чтобы загорать. В этой части. То есть какого-либо дискомфорта мы в принципе не чувствуем. И это есть определенный кайф вот в такой жизни, которая присуща, в принципе, все обычные вещи для нормального полноценного отдыха. Ну, вот такая картинка, она меняется постоянно. Куда захотели, туда пришли. Что захотели, то и увидели.